Друзья, всем доброе утро. Я сегодня проснулась вообще в отличном настроении. Накрасилась уже. Так вот, брови себе расчесала сегодня. Это по типу модельные брови. Вот когда вот так вот их расчесываешь, сверху дыбором, чтобы они стояли. Вот такой себе сделала смоки айс. Макияж. Губки. Ну вот это перекачано у меня. Видно, конечно. Прям я себе сегодня... Я еще похудела на 500 грамм. Друзья, каждый день по 500 грамм у меня пошли. Снижение веса. Вот, а сейчас мы с Сережей собираемся опять ехать сдавать экзамены. Он не сдал наручники. Мы едем в Воронеж. Я беру вас с собой. А это Симбушка. Мальчик в зеркале. Мальчик наш в зеркале. Красавчик смотрится. Симбушка, малыш. Мама кричал сейчас. Симба. 44 минуты ехали от ТЦ Московский проспект до проспект Труда. Пробка огромная. Ё-моё, воронежцы, как вы здесь живете? Мы аж присели посидеть. Это ужас. Ой. Друзья, ну мы освободились. Сереж наручники только не сдал. Вперед меня он перебежал на ту сторону. Ой. Сейчас я к нему побегу. Зеленый загорится. Он стоит, меня ждет. О, зелененький. Все стоят, а я иду. Курилка картонная. О, машины все стоят. Привет, Сереж. Не сдал? А куда ты пошел? Да пошли в нашу туда, откуда пришли. Так, заскочили мы в Ашан. Раков хотим купить. Сейчас посмотрим. Идем, Сережа. Близко все, машин нет никаких. Близко поставили. Так, да, друзья, зашли мы за раками. В общем, цены вот такие. Трехлитровая 3,885, литровая 1182. И 0,5 баночка, там их вообще нет, 592 рубля. Ну вот, 0,5 баночка. Вообще тут ерунда. А там такие креветки есть. Вообще выгодно. Вот этот за 1200 банка. Сережа не хочет по такой цене брать. Я вчера видел раков по 5 рублей. Но больших. Правда, по 5 рублей. Ну, очень большие. Хотя и по 5 рублей, но очень большие. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Ну, совсем маленькие, но зато по 3. Но сегодня. Так, а пошли, Сереж, вон посмотрим. Зато вот такие креветочки, друзья. Вот цена какая. Вообще прелестная. Давай вот таких возьмем рублей
полкило, да? Да. Вот. Так, друзья, ну взяли мы вот на 318 рублей. А вот такие креветочки подороже, 529 рублей. Так. Это вот, наверное, чищенный. Я не знаю, почему по 1200. Эти вот 939. Это прям огромные. Это, наверное, аргентинские креветки такие огромные. 939 рублей. А, эти вот, что ли, без головы. Почему дороже-то? Вот она, за 1200. А мы взяли вон по какой цене. А. Так, друзья. Ну вот, варю я креветочки. Добавила прям хороший такой пучок укропа. Два зубчика чесночка. Все, вот они уже начали краснеть. Креветоны сейчас кипнут. 2 минуты и снимаю. А то и даже и минута. Потому что мясо тогда получится жестким, а не сочным. Так, имейте в виду, что вот так они закипают. Они пенятся сильно. Все, откидываю их на друшлаг. Они готовы. Нам надо их не переварить. Все, друзья. Дожидаемся, пока наши креветочки остынут. И приятного аппетита, вкусняшка. А у меня Маруся просится на улицу. Иди, девочка моя, гуляй. Ты ж так хочешь на улицу. Не хочешь? А-а-а, нагулялись, да? Нагулялись, мои хорошие. Ну, будь дома. Пахнет креветкой. Маруся очень заинтересовалась. Сейчас будем угощать нашу принцессу маленькую. Да. Такая Маруся у нас красивая девочка. Красавица просто. Красотка. Друзья, ну все, мы сдали. Идем мы домой. Наконец-то. Сережа, молодец. Поздравьте Сережу со сдачей. Посмотрите. Покажи, где тут пальчик у тебя. Вот, даже пальчик пострадал. Все, теперь счастливые. Сейчас зайдем в кафешечку, посидим. Вот, тоже вам все заснимем. Сегодня просто хороший день. Друзья, зашли мы в Сан-Ремо. Взяли себе, вот я себе салатик Цезарь. Сережа картошку с тефтельками. Компотик. Ну, вот такой хлеб у них. В общем, все это у нас вышло на 1065. Вот такие расценочки. Сейчас посидим, покушаем. Сережа тут уже расчехлился. Я здесь вот тоже вот такая сижу. В общем, все. Приятного нам аппетита. Так, друзья, все, мы едем домой. Мы машину всегда на парковке ставим. У меня сегодня Сережа сел за руль. Я сюда, он отсюда.